В районе бухты Долгая Щель, расположенной на территории Печенгского округа, продолжаются поиски людей, потерпевших бедствие на маломерном судне 7 сентября. Спасатели проводят осмотр водной акватории, оповещают о происшествии, проходящие мимо экипажа судов. Возможно, кто-то из моряков сможет заметить в поисковом районе пропавших людей. По предварительным данным, около 10 утра 7 сентября катер из поселка Лии-на-Хамари с судовладельцем и 4 пассажирами на борту вышел для ловли рыбы в бухту. Около 18:15 маломерное судно обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы. По одной из версий, судно опрокинулось из-за сильных волн, а потом легло в дрейф и прибилось к берегу. Одного из пострадавших удалось обнаружить почти сразу. По информации из ряда источников, мужчина размахивал руками и звал на помощь. Чуть позже спасатели нашли тела еще 2 пассажиров. Остальных ищут до сих пор.